Привет вам всем, мои дорогие! Пока вы смотрите мои видео с нашего круиза вокруг Южной Америки и через Панамский канал, мы готовы отплыть из Мексики через Тихий океан. Вот на этом вот паруснике. Эта парусная лодка принадлежит не нам, принадлежит нашему другу из Франции. Он уже пересекал Тихий океан на этой лодке, но в северном полушарии, а мы будем пересекать в южном полушарии. Весь путь займет, мы плывем до ближайших островов, до Маркейсес островов. Весь путь займет где-то 3000 миль, ну это около 5000 километров. И мы плывем, как я уже сказала, из Мексики. Мы находимся на причале, недалеко от Пуэрто-Вайарта, Ла-Крус. Мы не знаем еще, откуда мы поплывем, из Пуэрто-Вайарта или из Ла-Круза через Тихий океан. Ну, в общем, вот мы здесь. И на лодке будем мы только втроем. Мы вдвоем, Бен, я и наш друг Зевер из Франции. Ну, в общем, вот так вот. Так что пожелайте нам удачи. Она нам, наверное, понадобится. Я надеюсь, акулы не съедят нас. Но если не съедят, то через месяц вы увидите наши первые видео. Что там будет? Как все приключится? Что мы увидим? Что мы испытаем? Ну, в общем, мы с вами этим поделимся. Что ж, пока. Скоро увидимся. Миру мир. Нет войны.